выбросить. И немедленно. Прощай, Аннабель. Надеюсь, больше не увидимся. Алло? Энни, пожалуйста, умоляю, заберите эту куклу. А вы распаковали ее? Да, распаковала и посмотрела. Спасибо большое за вашу акцию. А теперь можете забирать, прямо сейчас. Не переживайте, мы ее обязательно заберем. Возможно, на этой неделе. Понимаете, мои родители скоро вернутся домой, и я не думаю, что им понравится, что эта кукла у нас дома. Это всего лишь обычная кукла. Обычная? Нет, она необычная, и вы прекрасно об этом знаете. О чем вы? О том, что эта кукла способна перемещаться. Это все легенды, понимаете? Алло? Алло? Что ты хочешь от меня? Я не хочу с тобой играть! Пожалуйста, оставь меня в покое! Thank you.
Что ты хочешь от меня? Что тебе нужно? Ты хочешь со мной поиграть? Если я с тобой поиграю, ты оставишь меня в покое? Как я должна с тобой играть? Во что? Привет! А откуда она здесь? Зачем ты достала ее из мусорки? Достала? Зачем ты вернулась туда и принесла ее обратно? Я не приносила. Она вернулась. Сама. Вернулась? Настя, она живая. Она настоящая. Сонь, ты меня пугаешь! Нужно срочно избавиться от нее! Зачем? Посмотри, какая она красавица! Нет, она жуткая! Кто? Аннабель? Да! Посмотри на ее ручище! И на эти синие уши, и лицо, и глаза! Настя, ты о чем? Сонь, да что с тобой? Ты что, забыла, что это за кукла? Давай избавимся от нее. Избавимся? Да, ее нужно уничтожить, как ту куклу Лены. Что ты несешь? Если ты не избавишься от нее, я к тебе больше не приду, так и знай. Выбирай, или я, или она. Уходи. Что? Ты выбираешь Аннабель? Мне не нужна такая подруга. Это шутка, да? Нет, раз ты мне предлагаешь такой выбор. Ах так?